Привет вам из дождливой Германии. Наконец-то команда профмонтажа дошла и до Германии. И какой монтаж мы произведем, что за монтаж и как мы сделаем его тут, а поговорим в этом ролике. Поехали! Мы приехали сюда, чтобы сделать монтаж в энергоэффективном доме, вернее, дома, которые будут сертифицированным класса А или А+. Вкратце, кто-то не знает, уже, наверное, давно, 2014 года, во всей Европе, в том числе в Германии, дома, которые должны строиться и сдаваться в эксплуатацию, они должны быть минимум сертификата класса А. Что такое дом класса А? Это дом, которого годовой расход энергии не превышает 2 евро за 1 квадратный метр. Ну, насколько вы понимаете, речь идет об энергоэффективных домах. Сюда нас позвали смонтировать окна Salamander Blue Evolution 82 миллиметра. Производители венгры, если я не ошибаюсь. Монтировали мы теплый монтаж, как называется у нас, но немножко с другими изменениями. Вот об этих изменениях мы и поговорим. Как вы заметили, да, мы произвели монтаж еще 9 раздвижек, да, простых раздвижек, и все окна идут с ролетами и встроенными москитными сетками. Я спрашивал здешних людей, если тут есть комары, и они сказали, что, блин, как таковой их нету, но... Так, давайте поговорим про монтаж. Смотрите, ввиду того, что у нас было очень много работы и сжатые сроки, сжатые сроки почему? Нас тут никто не гонял, нас тут хорошо приняли. Ну, спасибо компании, которая нас позвала, они очень добросовестно к нам отнеслись. Во-первых, тут возможно работать с 8 часов до 6 часов вечера. Больше нельзя, ну, потому что соседи не разрешают, не как у нас. Хочешь, можешь работать до 12. Во-вторых, у нас были билеты на самолет, ребята вчера уехали. Я остался ради того, чтобы доснять этот ролик до конца, потому что было очень много работы, никто не успевал ставить руку на камеру, снимать, и хотели, чтобы успеть до субботы, до вчерашнего дня. Но вернемся к монтажу. Использовали мы тут снаружи и внутри, использовали мембрану Ильбрук. Вернее, скажу правильно, снаружи мы использовали Ильбрук, а с внутренней части использовали Вёрт. Ввиду того, что тут не как у нас можно пойти там купить сколько пленок тебе хочется и когда тебе хочется. Тут они идут под заказ, их заказывают. И получилось так, что на этапе, когда уже ближе к завершению, нам не хватило внутренней пленки. И инженер, который отвечал за нас, поехал в компанию Ильбрук, и ему дали универсальную пленку. Мы ее вставили из внутренней части. Обязательно те же пластиковые клинья, которые, ну, мы используем везде. Они тут, правда, не то, что в разы дороже. Ну, один клин стоит, я не знаю, ну, намного дороже, чем по сравнению у нас. И посередине вместо пена мы использовали вот такую штуку. С наружной части мы использовали Alubend. И самая крутая фишка, вот этот крепеж, но об этом крепеже мы поговорим в другом видео. Мы вставили наружную пленку, вставили посередине эту мембрану. Хотя ее можно было и установить только мембрану без наружной, без внутренней пленки. И потом еще с внутренней части мы всунули поролонный шнур. Сюда всунули поролонный шнур. И все это потом приклеили специальным герметиком для пленок.
Я немножко остался в недоумении, почему вот у нас есть пленки, у которых есть скотч с обоих сторон. Тут там сколько искали, либо мы неправильно искали где-то, но мы не нашли. Честно, короче, мы сюда ехали, там Германия, да, одна из моих давних мечт было там произвести монтаж в Германии. И я уверен, что это не последний монтаж, который мы произведем тут, в Германии. Мы находимся 60 километров от Берлина. Я ждал, честно, что-то, блин, как нам вот все говорили, Германия, да там Германия это, да там в Германии то. Ребят, то, что мы сделали тут, мы делаем и дома. Я уверен, то, что мы сделали, это высший пилотаж для них. Я видел много... Короче, вот слово «Германия» стопудово это не то, что, блин, у меня в башке было. У нас есть намного качественнее пленки, хотя тоже от этого производителя. У нас есть намного крутые герметики, хотя тоже от таких производителей. Про пену я вообще молчу, блин, я... Ломали голову, почему, где, какая пена. У нас есть намного вещей лучше сделано. И я хочу вам сказать другое. Если кто-то вам скажет, что вот, блин, немец придет, вас будет обучать, я уверен, у нас есть такие ребята, которые дадут фору любым немцам.